Даша, урок немецкого онлайн. Учитель и Даша. Так, Даша, включи камеру. Ты чего? Все включили, кроме тебя. Так, Даша, вставай, ты что же сделала? А ну, Настя, давай уже урок начал тебя. Ну, ты можешь аккуратно? Не разлей его. И давай чай же. Это звонки уже. Так, Даша, я что сказала? Сейчас два поставлю. Да, подожди камеру, у меня тут куча звонков. Ты сама разбирайся, давай, с проблемой тут решаю. Даша, почему ты не взяли? Даша! Да чего? Я тебя не вижу! Даша, включи камеру, давай! Одевай это быстро, а то ты твой! Почему я только одеяло вижу? Давай! Ты сейчас два подставил! И все! Сейчас, подожди тебя! Кто ты сказал? А, ну как ты там? Даша, ты можешь уже будет сама уже свои уроки разбирать, это сама сына. Ну это куча звонков, вот это вот. Ставь на мой телефон, чтобы тебя было видно в камере. Так, Даша! Ты чего? Бледен! Сонная! А ну быстро, сними меня! Я тебе сейчас дам! Даша, ты можешь нормально поставить камеру? Сейчас держать? Два поставлю! Даша, ты можешь это, убрать волосы с лица? У тебя челка прямо на лицо. Учительница, Даша, ты можешь челку убрать с лица? У тебя прям ты че, как чучело. Я тебе сейчас два поставлю. Лучше бы заплела, не заколола. Даша, ты можешь заколоть какую-нибудь там? Она хочет, чтобы ты заколола челку, чтобы заколола челку, у тебя будет хороший акцент. Вот. Даша, я тебя не вижу. А ну быстро плед сними. Я тебе сейчас два поставлю. Даша! Открывай, старик! 88! Да господи! Так, короче, не обращай внимания на эту Дашу. Давай, Леночка, читай.